Приветствую, друзья! Вот у нас началась золотая осень. Листья желтеют, небо синее, солнышко светит, по утрам туманы. Ну а пруд живет своей жизнью. Рыбки уже спят, еще недавно одна-две еще пытались что-то там поплюхаться. Когда тепло, выползают лягушки здесь сидят, стрекозы летают все еще. Скоро начнется листопад с этой красавицы. Посмотрим, что с нее можно будет сделать. Мешочки буду подвязывать к веточкам. Но пока еще все зелено, пока еще все красиво. Водичка, ну, можно сказать, прозрачненькая, где-то на полметра. Очищаю уже потихоньку от водорослей. Вынимаю сачком, чтобы они на дно не падали и не загрязняли воду. Потому что зимой будет опять вонять вода. Что у нас тут еще? Улиток немерено расплодилось, надо будет их тоже повылавливать, скормить черепахи водяной. Но пока еще так, признаков увядания особых нету. Только что девичий виноград красные листики пускает. Ну, камыши, рогоз красоту навел. На зиму будет вообще выделяться такая красотень. На солнышке сейчас тоже красиво смотрится. Что у нас тут в болотце? В болотце расцвели эти осенние цветочки, которые специально высаживал, чтобы оживить осенью болото. Они, конечно, не болотные, но цветут красиво. К сожалению, во второй половине болота все его заглушило. Не получается там цвести и пахнуть. Рогоз, то есть камыш, разрастается. Кому пришло в голову называть это камышом, а это рогозом? Все называют так, а вот кто-то очень умно решил, а давайте наоборот. Ну, во всяком случае, приходится привыкать. Что у нас тут на болотце с клюковкой? Клюковку он недавно прополол, убрал оттуда травку лишнюю. Это культурная клюковка, которая поздняя, по-моему. Я их уже путаю. Там у нас культурная клюковка, которая ранняя, типа. Ну и там уже совсем загнулась дикая клюковка. Не знаю, наверное, ей света не хватало. Что она так слабенькая. Вот это вот была на самом свету, и вот у нее гуще всего получилось. Водичка прозрачненькая здесь болотце. Конечно, рыбок нету. Поэтому она здесь прекрасно себя чувствует. Вот не знаю, как пленочка переживет эту зиму, потому что здесь обычная толстая черная пленка, даже где-то местами видно. Интересно, там запускал вроде, так, солнышко, небо отражается, не видно, запускал дафни разных, но что-то я не вижу, чтобы они кишмя кишели. А нет, видно, что их тут очень-очень много. Ну и во время дождей эти дафни с прикормом через эти камушки под низом там есть специальная канавка, уносит к рыбкам на пропитание. Вот как красиво тут утро. Утро, роса. Короче, красота. Недавно только туман закончился. Ну и вот яблоки. Красные листики, желтые листики. Ну, скоро будет совсем золотая осень. Вот такая красота у нас получается в октябре. Кстати, интересно, что на острове полосатая травка очень хорошо растет. Как-то она в этом, там, на своем месте, она пропадает, вся декоративность. А здесь вот еще как-то держится. Там еще, ну, посмотрим, как в следующем году все будет у нас. Ну, пока что все готовится к спячке. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.